Ladies and gentlemen, would you please be upstanding for the national anthems of Italy and Russia, recorded by the New Zealand Symphony Orchestra and performed today by the New Zealand Choral Federation Anthem Choir. Звучал гимн Италии «Фрателли д'Италия». И теперь второй раз на этом Кубке мира, второй раз в истории для нашей сборной гимн Российской Федерации. Вся страна, мы гордимся тобой. Замечательные слова, и дай бог, чтобы наши ребята играли так, чтобы было сегодня не стыдно. Да, мы не будем вас обманывать с первой секунды. Скорее всего, мы не победим в этой игре. Но, надеюсь, и не получим 60 очков, как несколько лет назад во время последней из трех наших очных встреч. Я думаю, что Дмитрий Шмаков, спортивный директор Союза регбистов России, ту последнюю встречу помнит слишком хорошо. Здравствуйте, уважаемые любители регби. Да, помню эту встречу, но верю в то, что наши ребята извлекли уроки из того поражения, извлекли уроки из первого матча, в котором они бились с американцами, бились на все 100. И вот сейчас такую же, ну, наверное, с таким же хорошим настроем они выйдут на матч против Италии и не позволят итальянцам полностью тут доминировать на поле, а дадут им бой, я в это верю. Я думаю, здесь, во-первых, нужно представить стадион. Мы в маленьком городе Нельсон. И чтобы ни у кого не возникало сомнений, в честь кого, собственно, был назван этот город, стадион здесь называется Трафальгар Парк. Так что... Те, кто знают историю, могут сопоставить эти два названия и вполне законно узнать, почему же так город называется. Я думаю, если у нас новые начнут строить стадионы, тоже можно было бы Ушакова... Ну, не только морских. У нас много битв в истории. Суворов есть, который на морях не воевал, в принципе. Но главное, чтобы сейчас здесь, вот на поле Трафальгар-парка, наша сборная дала настоящее сражение итальянцам. Вы знаете, в этом матче много наших игроков, которые с частью итальянских игроков уже вот этой сборной встречались 7 лет назад. Будучи игроками молодежной сборной, они встречались с ними в матче против Италии на Кубке мира в Шотландии. И вот сейчас... Обратный отсчет. Да.
Нужно заметить, что наш капитан Влад Коршунов выиграл жеребьевку, которая была перед началом. Уэйн Барнс, главный арбитр, англичанин, 33 международных матча проводил. И Коршунов, выиграв эту самую жеребьевку, жеребий монеткой, он выбрал удар. Он мог выбрать либо половину поля, но поскольку уже темно здесь, 7:30 вечера, в принципе, абсолютно все равно, солнце ниоткуда не слепит, он выбрал, чтобы первый удар был наш. Ну и вот мы видели, как Константин Рачков вводил в игру. Именно Рачков у нас играет 10-м номером, диспетчером веера. Вот эта замена, может быть, ключевая из тех четырех, что были произведены в нашем составе. Юрий Кушнарев под 22-м номером сейчас в запасе. Кушнарев автор наших первых очков трех, но затем многовато промахивался, и, в общем, не очень довольны были многие его игрой. В итоге Юрий принял, кстати, очень мужественное решение по ходу последнего штрафного. Увидев, что не идет, он попросил как раз Рачкова пробить. И Рачков, да, единственный свой шанс выполнил на все 100, так что набрал и он тоже 3 очка. И вот сейчас на второй наш матч против сборной Италии именно он вышел десяткой в основе. Да, вместе с ним Александр Шакиров. Ну и наигрывался на этой позиции Константин Рачков. Эта позиция для него не нова, то есть не с нуля он на ней начинает. А вообще изменения в сборной России, ну, не такие уж они большие. С самого начала в старте вышел Адам Бёрнс, наш австралийский, во второй линии, австралийский, да, легионер. Да, сразу он в составе. И Виктор Гресев, который запомнился в матче против американцев, потому что вот и на нем тот злополучный эпизод произошел, когда он хорошо по краю атаковал тот клевер американский, капитан его там пеньком выбил в аут, за что было, в принципе, какое-то такое, знаете, непонятное юридическое разбирательство потом в РБИ, там, сейчас вот, смотрите в комитете. На наши нарушения сейчас нам покажут, после которого уже сразу, я так понимаю, Рикардо Бакина на мяче. Ну, сейчас, да, будет штрафной. Так вот, клевера так в итоге за тот эпизод ничем не наказали, ни в матче желтой карточкой, ни после матча. Что такое? У меня вызвало недоумение. Заслуживал он какого-то наказания. А так, в общем, пожурили, отпустили. Посмотрим Рикардо Бакина, он автор 6 очков, и для Италии это значимые 6 очков, потому что они набрали их по ходу первого тайма, держали час, напомню, в их первом матче счет 6-6 с Австралией. И казалось, вроде как шли в ирландском графике, но потом провалились, и Австралия тут же занесла 4 попытки. И здесь Бакина промахивается. Промахивается. Так что счет они не открывают пока с нами. Ну, что касается Ника Меллета, под его руководством Италия выиграла 7 игр. Правда, 32 проиграла. С другой стороны, насколько вы понимаете, Италия все-таки играет в основном в Кубке 16, то есть плюс, естественно, выездные турне с теми же самыми командами трех наций, да, поэтому понятно, что выигрывать здесь каждая победа на вес золота. То есть это победа либо над Шотландией, либо над Уэльсом иногда. И над Францией, не совсем недавно. Да, была как раз по ходу вот этого кубка. Ой, как здорово веером здесь проходили, но, к счастью, смогли мы остановить Томмазо Бенвенути. Не сказали ему Бенвенуто, что значит добро пожаловать. Так как составы команд на экранах не показались, давайте по линиям быстренько представим. Первый у итальянцев. Да, Сальвадоро Перуджини, Фабио Ангара, их знаменитый хукер, и Лоренцо Читадини, который не так часто в первой линии появлялся. Квинтина Гендельхьюз и Марко Бартолами, это вторая линия. Третья, знаменитый Мауро Бергамаско, его брата нет сейчас, но Бергамаско один, по крайней мере, на поле. Пол Дербишайр и знаменитый капитан, восьмерка стягивающий них, Серджио Парис. Под десятым номером Рикардо Бакина и под девятым номером, прошу прощения, заскочил от схватки Эдуардо Гори, полузащита итальянской сборной. Такова. В центре веера у них играют Маттео Протикетти, прекрасно знакомый нам по Айроне, и Томмазо Бенвенути по Бенетону. Собственно говоря, две команды, которые играют в кельтской лиге. Да, ну и два винга. Это Маттео Протикетти, Люк Маклин под 11 номером, и Жулио Тониолатти номер 14. А также фулбэк команды Андреа Маззи. Вот такой боевой состав итальянцев. Против них, соответственно, Влад Коршунов, видели, капитан нашей команды, и наш хукер Иван Прищепенко. И вот тоже одна из замен, о которых мы говорили. Вместо Попова Владимир Ботвинников из Енисея. Александр Войтов и Адам Бёрнс. Вторая линия. Бёрнс из Rebels. Да. Третья линия. Андрей Гарбузов, Вячеслав Грачев, наш супер прославленный ветеран, и Виктор Гресев. Замена не произошла на позиции скрамхава. Также Александр Шакиров ведет схватку в нападении. И, как мы уже говорили, Константин Рачков под 10-м номером сборной России. По центру веера Алексей Маковецкий и Андрей Кузин. Два крайних. Владимир Остроушко и Василий Артемьев. И незаменяемый у нас практически Игорь Ключников, фулбэк сборной России.
Вот такой состав вывел главный тренер Николай Неруш на этот матч. Последнее слово о судьях. Уэйн Бартс, вы уже видели, англичанин. Помогают ему два новозеландца. Крис Поллок и Гаррет Уильямсон. Замена в последний момент. А так должен был австралиец быть. И чуть ли не четвертая нация. Но в итоге получается третья. На видеоповторах южноафриканец Шон Фельдсман. Пока вот за эти пять минут, что можно сказать, вернувшись на поле. Но сборная России что-то частенько нарушает правила. Не совсем. Хотелось бы, чтобы матч... Смотрите, так, что... выбирают коридор сейчас. Ну, потому что, знаете, уже неоднократно по ходу этого Кубка мира видим, что многие команды выбирают продолжением не удар по воротам, а выбирают пробитие в коридоре. Хотят в силовой манере схваткой это... А здесь для итальянцев затащить. Это крайне важно. Я объясню еще, в чем нам чуть-чуть не повезло с этой мега-игрой ирландцев. Дело в том, что теперь Италии, чтобы выйти из группы, нужно, во-первых, постараться очно обыграть ирландцев, что уже непросто, да? Потому что ирландцы выиграли в Австралии, а Италия хоть и стояла долго, но провалилась потом, мы об этом говорили, против Уоллабис. Так вот, плюс к этому, в матчах с нами, с американцами, им нужно во что бы то ни стало бонусы набирать. И вот как раз Серджио Парис, капитан команды, восьмой номер. На пути к первой из этих четырех попыток, вот об этом мы, собственно, и хотели сказать, почему они выбирают, потому что им надо было во что бы то ни стало занести четыре попытки, чтобы не просто выиграть у нас, но и набрать бонусное очко, чтобы не четыре, а пять очков сегодня набрать. Я не эти пять имею в виду, первые, которыми открывает счет только что Серджио Парис после провала в нашей обороне, а... то бонусное, которое он получит за четыре попытки, Ник Меллетт и его подопечные. В общем, если в том графике пойдут, то... эти попытки занесут. Наша задача, друзья мои, в общем, во-первых, не оставлять дыр в обороне. Во-вторых, играть как можно более агрессивно. Занести самим, хотелось бы, первую попытку тоже на куб. Надо понимать, вы знаете, вот есть статистика. Все дебютанты последних Кубков мира, они проигрывали все свои игры на первом Кубке мира. Это не страшно, это не позорно. Просто надо проигрывать в волевой манере, в борьбе, заносить самим. Вот на этот раз мы видим... не промахивается Бакина. Первые два свои очка набирает. Пять у Париса. И в итоге счет 7-0 после первых семи как раз минут игры. По владению мячом 68% сейчас у Италии. По территории 72%. И время в наших 22 метрах. Минуту и 7 секунд они провели. А мы пока только 10 секунд. Ну, нашим ребятам не надо, так сказать, опускать голову. Нужно... абсолютно нормально играть в свою игру, стараться просто играть в защите понадежнее и, ну, проявлять какую-то активность, наверное, побольше играть, может быть, где-то вот так, индивидуально брать на себя брать активность, там идти вперед. Но... захватили Маклина, не дали сдвинуться, правильно сейчас, да, они молом отрабатывают чуть-чуть, но стоять здесь. Здесь нужно, да, вот перестраиваться. Не игрокам. Дать им, вот, кстати, Бернс вошел, не дать им хорошо, дышать, там. Вот в чем проблема. Нужно заставить ошибаться, в том числе и итальянцев. Это вполне возможно. А второй состав-то у них очень слабенький. Ну как очень слабенький? Ну, в общем, это тот, который умудрился 4 попытки подряд за там 10 минут пропустить от Австралии. Поэтому если мы более-менее прилично выстоим час... Ну, вы знаете, итальянцы ведь тоже не боги, скажем так, да, регбийные. Они очень хорошая сборная, прогрессирующая, но в конце концов тоже устают. Ну, надо сжать зубы, идти вперед. Я думаю, ребятам это по силу. Ну, вот я верю, что и Виктор Грейс все проявит, и что я очень большие надежды возлагаю на то, что он своей мобильностью, хорошим финтом. Вот он быстро разыгрывает. Здорово, и прошел вперед. Вот, посмотрите, ну я же говорю, вот может он сделать, он может обострить игру. Шакиров дальше, Коршунова в прорыв, Коршун там врезается в парези. Вот здесь... Так вот здесь здорово. Поточнее, ну. Нормально, Ключников с мячом. Ключников, прошу прощения, да. Работаем в свою очередь молом. Смотрите, здорово. Мяч в раке. Нельзя давать лезть туда итальянцам. Шакиров чуть не споткнулся, но благополучно сыграл через Рачкова. Рачков уходит. Молодец, с разворотом. Мяч у нас. Мяч. И на минуте встретил его там. Здорово, через Коршунова сыграли. Вторую Войтов линию. Там, да, Войтов был. Но нужно открывать мяч. И здесь уж что, потеряли, к сожалению, мяч. Потеряли вот в этой атаке. И тут уже Войтов нужно перестраиваться. Войтов был лучше по захватам, кстати, у нас в прошлой игре. С гигантским преимуществом. Ах, пытался пройти Маклин. Подстраховали, ребят, хорошо. Ну, видите, когда многие переживали, зачем мы взяли Бернсу, ну, там тоже есть, в конце концов, Маклин, Дербишайр, это, как вы понимаете, не самые итальянские фамилии. Ну, ничего. Знаете, то, что взяли Бернса, это нормально, потому что, ну, почему? Если есть игроки, имеющие возможность выступать за нашу сборную, милости просим. Тем более, что Кирилл Кулемин, наш основной второлинеец, получил травму, не смог вообще на Кубок мира приехать.
Андрей Остриков получил травму, да, не может, пока тоже даже нету его и в запасе. Вот. Все это, конечно... Смотрите, такое ощущение, что не выбирает опять удар по воротам. Да-да-да, достаточно идет, большая самонадеянность. Или действительно была тренерская установка постараться любой ценой как можно быстрее сделать 4 попытки, а дальше уже можно играть. Да. Ну что же, одну сделали. Ну, посмотрим. Я думаю, что должны наши ребята перестроиться. Главное, вот как-то наши узковато играют под схваткой, а здесь вот край остаются всего по 2 человека, когда третья линия итальянцев имеет возможность подстраиваться и верить, что и доказал как раз Сержио Парис, который попытку эту совершил, при провале там в линии четвертных. Ну ничего, надо перестраиваться, нужно играть. Фабиан Гара. Надо искать ошибки у итальянцев и пользоваться тоже. Молом. Раз уже формируют Мол. Достаточно активно им пользуются. Пока все коридоры были выиграны. Единственное, просто у итальянцев их было 3. У нас 1. И 2 из этих 3 были после того, как они выбирали просто после штрафного сами удар в аут. Ну, нарушать правила, конечно, нужно поменьше. Потому что отдача мяча и... Ну, это не бьют по воротам просто сейчас итальянцы. Очень могучий сейчас Читадини как раз протащил мяч. Вот здесь все правее и правее, уже ближе к 5-метровой линии. Видной подъем. Здесь будет такая же попытка. Вот здесь здорово встретили, смотрите. Вот хорошо, линия 3 четвертных там. И против могучих нападающих, и ничего, выстояли. Ну, Андрей Кузин, игрок, который провел самое большое количество матчей за сборную России, проводит сейчас на поле. Тоже один из Кстати, наших. У Шакирова маленький юбилей, 50-й матч сегодня. Опять Маклина. Ох, как здорово прорывается до 5 метров. Вы посмотрите, в одиночку протащил. Квинтин Гельденюс. Здесь не нарушать надо, главное, не нарушать. Вот здесь здорово. И молодцы. Здорово, да, ну что ж так, не дать ему за земли. Да, да что ж такое-то. Да как же так-то. Нет попытки. Игра вперед была. Браво, арбитр. Ой, это не ладь, это чуть было не... Вейн Барнс все правильно разобрал в этом эпизоде. И нечего тут пенять итальянским игрокам. Не было там ничего такого, за что нужно попытку давать. Но нашим поточнее надо играть. Вот здесь не отбросили. А ведь вроде уже отгребли, перехватили мяч, смотрите. Хорошо, тут Коршунов передавил, завалил, смотрите, и... Гриси вот этот момент, отошел. Вот этот момент. Вот, посмотрите, как вот. Здорово сыграли. И мяч наш, и вот единственное, вот его пас. Просто его захватывали в руки в момент паса, вот почему он вышел, да. Такой. Ну ничего, обидно. Как вы любите говорить, корявенький у меня теперь. Так получилось, да. Кстати, Виктора Гресева, о котором мы говорили, можно поздравить несколько дней назад, у него дочка родилась, да. Когда он находился уже здесь, в Новой Зеландии, поэтому я так думаю, что, может быть, там посредством скайпа только мог увидеть, или там какие-то фотографии по электронной почте. Виктор, мы тебя поздравляем, пусть это добавит тебе силы, желания в этом матче себя проявить. Ну и всем остальным ребятам, давайте держитесь, бейтесь. Выиграли схватку, там надо помочь Грачеву. О, Гриссу, прошу прощения. Держать его. Этикетти очень быстрый игрок. Серджио опять с мячом. Ай-яй-яй, на открытое пространство. Ох, боюсь, мяч был раньше заземлен, чем ноги вышли. Видеоповтор. Ну что ж, наша судьба сейчас в руках Южной Африки. И как Шон раз, Фельдсман. Да, показывают там на краю Туниалати, который прыгал в зачетку. Но здесь, конечно, разыграли лишнего опять итальянцы. Давайте посмотрим, что тут произошло. Андрей Кузин пытался выстрелить. Своевременный, вроде бы нет, первый, к сожалению, да, здесь чистая попытка. Чистая попытка, и нету ничего, за что можно было бы зацепиться. Да, все. Но опять же, надо извлекать уроки, перестраивать линию защиты, перестраивать. Слишком много, видно, ребят было задействовано вот в этой силовой там борьбе в раках. Не успели пристроиться, но надо стараться. Но тем не менее, мы видели, что все как в лучших традициях, да? Это не то, что человек вбежал спокойно, как даже у островитян иногда бывают такие дыры, что там забегают, останавливаются, пижонски кладут мяч, ничего подобного. Ну, здесь в момент, еще... когда он клал, мы видим вовремя грамотный захват сбоку. Единственное, чуть-чуть не успели. Не смотрите, вот Кузин шел, но молодец, уже сюда не молодец. Успел. Ну, здесь еще, конечно, надо сказать, что ошибка была как раз в линии там нападения. Мяч выскочил, и поэтому стал таким подарком для итальянцев, которые не ждали. А линия четвертных, ну, просто физически не успела перестроиться. Итак, после Париса у нас Джулио Таниолатти также заносит. И у Бакина есть возможность еще 2 очка набрать. Ну, но мимо, нет, слишком мимо. Уж, Саш, слишком уж. Ну что, так и остается. 12-0, значит.
Не критический счет, нам просто нужно начать самим набирать очки, вот в чем. Нам желательно было бы удержаться в 7 очках отставания от Италии, хотелось если бы. Это вообще возможно, да. Нужно переходить на половину поля итальянцев и там пытаться, ну, надо заставлять их ошибаться, хотя бы заработать возможность пробитие штрафных. Я хочу сказать, что если они даже 4 и занесут, нам это никак не... Потому что мы все-таки пока за выход из группы не конкурируем с ними. Ни с ними, ни с ирландцами. Поэтому наберут они свой бонус или нет, нас никак не касается. Нам нужно постараться, во-первых, самим занести. Ну, 4 вряд ли, но тем не менее. Занести хотя бы для истории, да? Ох, ну, на ловле здесь. Владимир Остроушко ошибся. Остроушко был, кстати, одним из лучших в первом матче, поэтому... Да, и, кстати, знаете, в первом матче... Вот опять. Упомянув Владимира Крюшников... какой-то атаки, забыла совсем сказать, сказал, что сейчас он в клубе Енисей СТМ играет, и там им занимаются по полной программе. Но воспитанник-то Краснодарского Юга, города, который стал регбийным в последние десятилетия буквально, да, и вот начинал он там в регби 7, и чемпион России, обладатель Кубка Краснодар-то России. Краснодар-то прогрессирует, и сборная очень часто уже начала там играть, да как же так-то, боже мой, ну... Томмазо Бенвенути, добро пожаловать в... Добро пожаловать в счет поле, да, сборной России после такой вот, вот ну, это практически вот, вот детской это ошибки. Детская ошибка, да. Нельзя так, конечно, ошибаться. И обидно, что никто не подстраховал. Понадежнее нужно играть таких вот. Вот его первая попытка. Что, Италия практически выполнила свой план на игру. Ну да, уже 3 попытки у них есть. 3 из 4. Ну, смотрите, мы потеряли здесь мяч. В общем-то, навес, и все успевали. Вот здесь вот, что, помешали друг другу. Друг Остроушко другу, да. Промахнул. Да. Промахнулся мимо мяча. И Артемьев обидно. Не ожидал просто этого. И, да. Ведь вполне успевал. Вот почему. Ну вот, да. Неправильный ошибка. Отскок, да. И он думал, что упадет на мяч. В итоге мимо него. И пока оборачивался. А Артемьев притормозил, увидев Остроушко как раз. И решил, что тот овладеет мячом. Ну, в общем... Обидно такие, да, попытки пропускать, но... Итак, у Бенвенути, простите, тоже теперь у нас попытка, а... Не точно. Нет, второй раз промахивается, но по краям заносят. Не так страшно им набрать и не набрать эти 2 очка. Ну, кстати, перед началом матча мы с вами, Алексей, обсуждали, и я говорил, что, ну, проблемы у нас могут возникнуть по вееру в основном, да? Потому что такие бегущие... Я думаю, что да, схватку должны были подтянуть. Схватку... Коридор наверняка работали на тренировках, надеюсь, после игры. Надеюсь, что в коридорах, да, что-то изменилось. Сейчас посмотрим, когда пока будет коридор. Пока был один, мы его выиграли. Да. Это уже неплохо. Это как бы у нас пока 100%. Давайте прессинговать здесь сейчас, провести хоть немножко времени к тем 10 секундам добавить, что так вот и горели в чужих 22-х. Ну, ребят, встречайте, а! Блокируй, Лёх, блокируй, блокируй! Вот, мы слышали призыв, да, блокируй, блокируй, Ключников! Молодец, пошёл! Молодец, молодец, вот так надо вот играть! Вот так, ломать, Шакиров подошел. Хоп! Здесь у нас по первый центру. Прищепенко, молодец! Молодцы, молом сдвинулись! Ну, здесь подъем, провел, хорошо, обратно, здорово, в крест! Сохранить мяч нужно, сохранить! Главное сохранять! Ищет варианты продолжения через Гресева! Гресев, молодец, бьется Виктор! На правый фланг перевели. Вот это уже здорово! И давайте, ребятушки, веер развернем! Ох, Прищепенко! Встретил Ангара, и отлетел Ангара от Прищепенко! И как и должно это быть! Грачев, Слава, давай! Молодцы! Держим мяч! Уже фаз 10, я не побоюсь. Атаки, наверное, было и... Вот так вот здорово передавливаем в раках! Здесь 7. Нужно разгоняться Гарбузу, не на месте мяч принимать. Клюшников уже пора уходить на позицию обратно. Мы досок. Видели Бергамаска, мгновенно отработал. Коршун, продолжаем пока, Влад. Пытался на коротке вытащить. С разворотом. Главное сохранить мяч сейчас. Так, убрать итальянца. Здорово. Прямо пас в руки через Шакирова. Шакиров ищет продолжение. Молодец. Владимир Ботвинников врезался там в защитные ряды итальянцев. Вот вам и 10 фаз атаки уже. Давайте, давайте, ребята, мяч вынимайте уже. Вы видели, Парис командует своими. Гарбузов левее выбрали. Не-не-не. Не надо там, не Бергамаско пытался, да, что-то проползти под раком. И... Направо, начинает комбинировать. Может быть, стоило развернуть веер дальше туда.
Но пока вот эта фаза, взрыв наш нормальный. Прошли вот этой детской ошибки и третьей попытки. Ребята взорвались, взвелись. Это главное, здорово. Надо попытаться. Играем, играем. Не потерять здесь мяч и атаковать. Гресев. Молодец, почти прошел между. Только вдвоем смогли остановить, не терять мяч. Хороший подъем. Влад Коршунов атакует, наш капитан сохраняет мяч. Шакиров в длинную сторону. Здесь опять к схватке возвращают мяч, но так много сил уходит вот уже. Вот это, может быть, было не самое лучшее решение, но, знаете, на поле по-другому это видится. У них нет всей картины. И что здесь? А, ну как же. А, почему же? Пас вперед показывает арбитр. И назначает схватку, да. Ну, давайте согласитесь, вот с чего все началось. С чего началось, Игоря Ключникова. Какой молодец, а? И вот это позволило нам закрепиться и держаться очень долго. Пусть не все время, какая ручка-то, а? Уложил он просто Протикетти на газон. Вот здесь, да, Рачков отдавал пас на набегавшего Прищепенко, и получилось так, а что... А кто-то так и остался у итальянцев лежать-то. Я это не злорадно говорю, я сейчас сам даже услышал, что прозвучали злорадные нотки в голосе. Это, знаете как, это бой. Ребята, вот если вот так играть, Алексей, вот как сейчас наши. Вот так и надо играть, играть, ну да, потеряли мяч в конце. Прессинговать. Вот биться и вот не заставлять итальянцев вот лежать на поле. Наносить им, ну, в хорошем смысле, такие хорошие контакты делать, как делал там Прищепин. А я так и говорил, что клевер был сукин сын только потому, что это был не наш сукин сын. Ну да, если вот такого клевера нам нужны такие, ребят, нам нужно это. Вот в чем проблема. Это не при всем уважении, да, я не хочу, чтобы это сексизмом прозвучало, но это не женская игра. Есть, конечно, женское регби. Неплохое, надо сказать. Но эта игра... Вот эти ребята раньше, они шли в первых линиях тех же легионов, да, римских. Скорее всего. Да. И они же а наши ребята, играли а наши ребята встречали, я не знаю кого, кочевников, например. Тевтонцев, там, рыцарей. И где немецкое регби? Нет его. Да. А русское регби, вот оно, на Кубке мира. Развивается на Кубке мира. Поэтому прессинговать, ничего страшного. Три попытки, это было ожидаемо. Друзья, вот посмотрите, территория 50 на 50, это важно. А 0-17, это не страшно. Мы и не планировали у них выиграть. Главное, дать бой. И вот последние несколько минут мы дали им бой. И вот так вот нужно играть, и вот, чтобы Ангара на себе, на своей шкуре, что говорится, почувствовал, что такое плечо русского регбиста. Кстати, вот почувствовал, как отлетел. Почувствовал, да, от Прищепенко. От Прищепенко отлетел просто, как от стены. Да. Мы с вами... В унисон уже говорим. Да, поем хор. Ну, эмоции перекрестки, потому что... Молодцы, ребята. Вот она, наша давайте схватка. Давайте давление, дайте давление. Может быть, подкрутить надо чуть-чуть схватку. И сейчас не прозевать подъем. Вот Вячеслав Грачев уже караулит здесь. У Париса. Сержио Парис, смотрите, отыгрывает. Но остановили. Ну, так. Прищепенко здесь... Да, смотрите, прям в горло. Ангара-то не пережил тот момент. Да. Теперь Прищепенко он лично пытается провоцировать. Ангара, вот вы помните, фильм такой был «Приключения итальянцев в России». Там вот был один товарищ, который все из кабины звонил. Из Петербурга. Вот он один в один выглядел, да? Он в «Фиозе» играл такого. Небритый такой, хороший товарищ. Вот нарушать не нужно правила, только и будет все нормально. И атаковать вот с таким задором и с такой злостью, как... Хорошо, и пошли. Вот ручка. Острая ручка. Обманули всякого Маклина. Здорово, освободился. Мяч. Здесь Гарбузов, по-моему, там должен проработать еще. Молодцы, ребята. Гарбузов сохранил, это важно. Но здесь, может быть, знаете... Быстро через Рачкова, не очень уверен. Андрей Кузин Гресев. Пошел сам. Вот Кузин. Может, попробовать Вере еще поиграть короткими свечками. Грачев. Через Шакирова. Давайте. Через Рачкова направо. Ключников. Ох, молодец. За ногу захватили. Тем не менее, смотрите, еще несколько метров отыграл. Перевернули. Мяч сохранили. Здесь еще помочь, один подъем. Помочь, ой, здорово. Владимир Шакиров там. Помогите, ребята. Ключникову. Да, там Гельден Юс очень активно. Знаете, Игорю Ключникову тоже задать вопрос. Почему в каждых раках участвует наш фулбэк? Вот так вот, Игорь, знаете... Правильно, это неправильно. Боевой характер заводной, да. Правильно. Как завелся, правильно. Гарбузов отыграл. Артемьев отлично пошел, игрок Нортгемптона. Здесь подойти должны быстрее. Ребятки, держите, ведь потеряем же сейчас. Ну, держите, ну, давите. Потеряли? Потеряли, да, потеряли. К сожалению. Ну ничего, не каждый же рак. Так, где у нас здесь Артемьев был? Главное взять здесь. В раке был. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну нужно здесь одного этого убрать. Ребятушки, свой-то, свой-то, а?
Ну куда ж короткую-то? Зачем? Ну Шакиров! Ну не пройдет же. Эх, не прошло, к сожалению. Ну, не здесь же веер стоял вправо. Не мог отдать он в правую сторону. Быстрое вбрасывание итальянцев, но надо здесь... Порез! Ай-яй-яй! Не удержать! Джулио Тониолатти. Вторая попытка, и вот уже дубль. Вот, может быть, у него супруга тоже ждет ребенка, потому что мы видели... Сказал он так, как будто был бы беременный мячом. Да, ну вот... И, соответственно, все, Италия выполнила свой план, теперь тем более. Я думаю, что Ник Малет должен быть доволен, должен расслабиться, перестать давить на команду. И, может быть, нам это даже на пользу, потому что мы начнем давить сейчас. Ну, конечно, здесь не готовы были абсолютно наши игроки к тому, чтобы... Ну, надо быть готовым. Надо быть готовым, что итальянцы не будут второго номера исполнять. Заиграла мелодия, вот этот знаменитый хит, который... перепели недавно и вновь обновили. Вы слышали, да, мелодию «Tu vuoi fare americano»? А по-итальянски это значит, ты хочешь стать американцем, быть как американец. Соответственно, некий намек здесь есть, невольный, потому что американцы-то у нас уже выиграли, а Италия сейчас на пути к этому. На этот раз реализация прошла, вторая у Бакина, Рикардо Бакина. Показывают там Тониолатти, я не понял, кто пробил по воротам. Бакина бил, значит, и мне показалось, в упор, там, по центру, ну, там, да. Собственно. Так что у него 4 очка, у Тониолатти 10 уже. И по 5 у Бенвенути и Париса. К сожалению, мы счет своим очкам пока так открыть не можем, но, была у нас... фаза атаки. Уже две хороших атаки были. К сожалению, там теряли мяч, но, во всяком случае, силы какие-то почувствовали, что можно. Да-да-да, вот этого с Америкой давить. Не было, кстати. Только в самом конце мы взорвались на последних минутах, уже в жесте отчаяния какого-то. А здесь, в середине первого тайма, с Италией, я считаю, что уже главное продолжать в том же духе. Вот главное действительно поверить в свои силы. И был этот эпизод, и не расстраиваться из-за попыток. Это не страшно. Встречать здесь Андреа Мази, который пока, кстати, был абсолютно незаметен. Парис очень хорошо играет технически. Нет, Парис вообще молодец, конечно. Просто... Но великий человек. Это, кстати, один из тех, на ком вообще держится итальянское регби. Да. Ну, здесь... Ведь уходил уже из команды, уходил, вроде бы заканчивал карьеру, да, но, видимо, не нашлось другого. Ну, значит, Паризу лет-то немного, в общем, сколько? 28, по-моему, если не ошибаюсь. Серджо Парис 28 лет, 28 действительно, лет но еще. 80 игр за сборную! Да. 80! За такой, в общем-то, промежуток. Причем, да, причем, вы понимаете, что сборная в 16-х играет, как да, бы, да. Сборные, вот, сборные, играющих на таком высоком уровне, ну, редкие случаи, типа как австралийца О'Коннора появление в 19 лет, и когда он закрепляется в 19 закрепляется, лет уже в основе, вот именно, да. Так-то многие выходят. Сейчас уже австралийское регби без О'Коннора, оно как-то так и даже не представляется. Да, вообще одним из лучших был, без, да. Григана и Лархэма там, да, вот уже О'Коннор, он такой, как... А Куэйт Купер-то все-таки так и не стал Лархэмом пока. Пока не стал. Ну, посмотрим еще. Из группы-то выйдут, я думаю, а дальше. Вспомните, Англия так провалилась 4 года назад в группе с ЮАР, что казалось, им лучше вообще закончить и улететь сразу домой. И в итоге в финале. В итоге до финала дошли, да. Ой-ой-ой, Мази! Хорошо. Только я сказал, что его не видно было, и вот, похоже, нет, хотел сказать, голевой пас. Нет, ничего подобного. Отыграл он через Бенвенути, но того ребята остановили на 5 метрах. Вот сейчас было бы неплохо тоже постоять, не дать им заносить все, что приближается к нашей зачетке. Мне там показалось, что арбитр уже показывал преимущество. Нам? Да, нет, он как раз... Но, видимо, нет. Ну, посмотрите, ну, Парис, ну как же так, Ангара? Ага! Пас в никуда! Наступил. Куда делись наши игроки Вера в этот момент? Почему у нас на краю против 4 итальянцев всего 2 человека? Ну, вот было нарушение там в раке. Нарушал, мне показалось, это был Маковецкий. Заскочил он там в рак вне игры в лес. И арбитр держал преимущество. И вот сейчас атака не увенчалась успехом итальянская. Но... По последним 10 минутам, да. Это редкий момент, это надо отметить. 70% на 30% Россия впереди по владению мячом. 85 на 15 по территории. Ну, если бы это еще в очки преобразилось, было бы неплохо. Но, вы знаете, надо ценить то, что есть. То, что есть. Надо ценить то, что есть. И... Вот вроде бы и счет как почти разгромный уже, да, а мы производим, ну, ярчайшее впечатление. Вот я не шучу, это не глупость, не патриотизм пустой, квасной, да, это реально, честно, мы не ожидали вот такой игры против Италии. Ведь можно было бы держать там, да, там, ну, с небольшой разницей, но при этом вяло играть. А здесь, да, мы даем заносить, увы.
но при этом мы играем ярко. Ну, сейчас что важнее? Больше, получше выглядит все-таки линия нападения у России, которая старается сдерживать как минимум итальянских регбистов, переходя в контратаки. Вот чуть-чуть не разбериха в линии веера, куда, кстати, к сожалению, Сержу Парис там затесался своей первой попыткой. Вот здесь что, и Александр Янюшкин меняет Шакирова. Пока не очень понятно, в чем эта замена. Но вот я с радостью хочу увидеть Янюшкина в деле, потому что, на самом деле... В первой игре так и не вышел, по-моему. Лучший наш полузащитник схватки, который получил летом тяжелейшую травму, травму ахилла, разрыв ахилла там у него был. Восстанавливался, мы переживали, попадет он на Кубок мира или нет, потому что вот в подготовке к Кубку мира провел все матчи за сборную, огромную пользу принес команде. Вообще такой заводной и по-настоящему яркий девятый номер. И вот сейчас Александр Янюшкин под 20-м номером выходит на поле, меняет Шакирова. Сразу же, собственно говоря, попадает в эпицентр сражения. Схватка. Пусть мяч, вас не будет заблуждения, невысокий рост, вот таких габарит Александра, поверьте, настолько это традиционно для диспетчеров схватки, для девятых номеров. Ну, сейчас будет, конечно, командовать линией у нас, видимо, было нападение. Нарушение, да, и Ботвинникова вызывает к себе. Ну, капитана, естественно. И... Стой прямо, не заваливай. Не уходи вниз. Ну, нарушение, да, в схватке. Mm-hmm. И что, будет повтор схватки? Да. Выстраивает заново сейчас. Уэйн Барнс. Англичанин. Чего вмешательство вообще в игру, я бы сказал, пока было минимальным. То есть он действительно давал играть, и когда итальянцы заносили, и когда мы давили вот там. Нужно стоять, не давать подвигаться. Ой-ой-ой. Ну что, техническую попытку решил арбитр выписать. Да, к сожалению. Вот мы увидели и такой компонент. Не сказал бы, что очень частый. Вот уже и 5. Но дальше уже, вы знаете, я просто объясните, если люди не знают четко правил. За вторые, если, например, 8 попыток занесут итальянцы, они еще одно бонусное очко не получат. Нет, за 4 только. То есть 4, они уже получили бонусное очко. И причем, даже если вдруг вот мы возьмем и выиграем, то это бонусное очко все равно останется у Италии. Это не важно, выиграл ты или проиграл. Занес 4 попытки, все, одно очко в общую копилку в группе. Вот, а второго выдержу. Уже не будет, да. Ну вот, соответственно, еще 7, потому что после технической попытки, пусть она и не на кого-то конкретно записана, а сразу на команду, реализация все равно следует. И здесь Рикардо Бакино опять не промахивается. 6 очков, соответственно, у бьющего из Айрони. Теперь общий счет 31. Слева Мартин Кастроджавани на камечке запасных. Он доволен жизнью. Мы говорили, у нас минимальное количество замен. И практически максимально оно было в Италии. Второе за всю историю итальянской сборной в двух матчах подряд, чтобы заменяли. Здесь 12 человек из 15 было заменено. И один из тех редких, кого не тронули, это как раз Серджио Парис, собственно говоря, капитан команды, который оправдал это, который занес первым же, да. Плюс Андреа Мази у нас тоже остался. Вот сейчас Константин Рожков дальним ударом в 22 с начального удара мяч отправил, набежал там Артемьев. Не сказать, что под сильным прессом, но недалеко выбил мяч как раз. Ну вот давайте, смотрите, вот наш коридор. Вот сейчас давайте, смотрите. Коридор. Как все предсказуемо, как... У меня такое ощущение, что если вот кого-то мы обманываем, то своих же, да, вот на затяжке. Начинается лифт, подъем, а Влад не бросает, ребята падают обратно, а итальянцы ждут. Нет, тут все абсолютно... И когда начинают бросать, хоп, забирают спокойно мяч из воздуха. Многоопытный Парис угадал, скажем так, да? Поточнее надо, потому что была возможность атаковать на чужой половине поля, а мы ее потеряли, это, конечно, обидно. И вот сейчас все еще дальше оттягивается. Надо здесь, в воздухе атаковать Артемьева, наверное, а? Да нет, здесь все, в общем-то, в пределах разумного. Мне показалось, что захват на него пошел в момент, когда он был... Ноги были на земле, и тут его подтолкнули. Может быть, мы увидим это в повторе. Коридор, естественно, сборной Италии. Ангара продолжает. Более, конечно... Вот веер. Мгновенно развернули веер. Причем, смотрите, от правого фланга практически до самого левого дошли.
В итоге через центр Томмазо Бенвенути отработал. Бернс молодец, сыграл, украл мячик у итальянцев. Янюшкин. Гарбузова разгоняет. Гарбузова с мячом пошел. Давай! Завалили в итоге его, но тем не менее. Грачев тут мячик оставили. Янюшкин на подъеме. Навер. Ну, может, Костя попытаться Рожкову ногой сыграть. Вперед Коршунова отправляет. Тут, смотрите, освобождается от мяча, но, тем не менее, еще пару метров успел отыграть, как бы вторым движением. Маковецкий, Янюшкин на Грачева. Грачев меняет направление. Очень здорово. Врывается в 22 метра. Ну, получается же, когда хотим. Получается. Здорово. Давайте, ребята, не останавливайтесь. В короткую сторону. Гресев сам тащит на себе троих. Двоих уже тащит на себе. Молодец. Сейчас освободится. Нормально, Янюшкин. Сам пошел, причем почти прошел. Чуть-чуть не хватило, там буквально плечо не прошло. Левое в поворот. А Ботвинников попал под захват. Выбивают буквально из 22. И здесь нужно мяч. Мяч уже нормально. Грачев. И дальше, Янюшкин на левочку. Ой, Клюшникова, это как сбили. Отдайте Артемию. Ой, Клюшников. Он на земле и начинает вставать. Настоящий мужик. Но он не видел момента. И но он играл в одно касание. Тяжелое. Он не стал трогать мяч, чтобы партнеру... Да, здесь тяжелое столкновение. Ой, как же в него вошли-то, а? Здесь нужно сейчас, я так понимаю, Уэйну Бернсу... Время остановлено. 32-32. Принять какое-то дисциплинарное решение, как минимум. Не, ну это так нельзя. Я понимаю, что, может быть, шли как бы в захват, но на опережение. Потому что мяч-то у него действительно считанную долю секунды был. Дыхание, видимо, перебито. Дай бог, чтобы что-то мне не нравится включиться, вот да? То, что происходит с Игорем, Ай-яй-яй. Потому что... Вот Николай Неруш, наш наставник сборной. Конечно, сейчас тяжело, но у нас какие варианты есть? Кушнарев. Это его, в том числе, игрок. Его, в смысле, да. Еще и клубный. Вот смотрите. Ну, слушайте, это, знаете, это... Ангара, да. Кто у нас американец безумный. Причем... какой-то? Вот. Причем без мяча был Ключиков. Еще, мне кажется, головой от под головой, да, заехали. Сыграло, и он действительно... Да, это может быть и... Мне кажется... Ну, аплодируем Игорю. Игорь, ты боец, Игорь, молодец. Ну, здесь да, Сенбен, давай, 10 минут, да, давай, да. Получи свое заслуженное. И мы начнем, кстати, второй тайм в большинстве. 15-14. Нельзя сказать, что это гигантская разница в регби. Естественно, это не футбольное удаление, тем более не хоккейное, да, просто хотя бы пропорционально количество играющих. Но, поскольку здесь очень четкое распределение ролей, друзья, то вы не смотрите, что 15 человек, и вроде бы, что 14, что 15. Иногда это очень много ломает. К тому же, ведь кто ушел? Хукер. Хукер — это и вбрасывающий в коридорах. Да. Это игрок в первой линии схватки, причем центральный, который стягивает, да. Значит, сейчас должны некоторые... Ой-ой-ой, Кушнарев все-таки ушел, да. Меняют, выходит Кушнарев. Кушнарев. Сейчас посмотрим, на какую него. Позицию, то Кушнарев выйдет на 15-ю, наверное, скорее всего, вместо Ключникова. Не будут они с Рожковым. Слушайте, наверное, было бы Рожкова странно сейчас. Нет, менять, подождите. Он хорошо Кушнарев играет. Кушнарев стал на 10-го номера. Ну, Артемьев, давай. 5 метров остается. Ребята, надо заносить, надо наказывать. В том числе и за Игоря. Нужна попытка, нужна Россия, давай. Давай, Янюшкин. Сашка, в коробку, хорошо. Давай, Сашка, есть попытка, Янюшкин. Первая попытка России на Кубке мира против Италии. Открыт счет нашим попыткам, друзья. Молодец, Александр, вот что значит, вышел 9-й номер, настоящий боец, который не побоялся, а идти сам, взял на себя инициативу и дотащил мяч, вот так вот надо и схватчиком играть. Молодцы россияне, аж дух захватывает, Алексей. Что сделал, вы видели? Он пошел вроде бы направо, обманул всех, побежал по широкой дуге налево и уже с висящим большим товарищем на нем. Вы посмотрите, как ведь сохранил мяч. Его Читагини, перевернул в воздухе. Молодец, Янюшкин. Молодцы, ребята. Вот так надо играть. И никакие итальянцы нам не страшны будут. Какой молодец, а? Да, действительно, посмотрите. Нет, Рожков. Рожков, ну, это он бьющий, да. На позиции какого он сейчас будет? 10-15. Мы посмотрим по расстановке. Ну, Костя, давай, не промахнись. Есть еще два очка. Молодец, Костя. Три было уже. Молодцы, в игре, ребята, с Америкой. Да. Еще два очка сейчас. Семь у нас уже набрано сегодня.
Да, пока отстаем. Понятно, что отстаем здесь. И, в общем, тут даже бесполезно разницу высчитывать. Понятно, что меньше она 7 очков. Но проблема в другом. Проблема в том, что я считаю, что итальянцы свою установку на игру выполнили. Да, свои 4 занесли. У нас, ну, установка максимум, наверное, это была зацепиться за 7 отставания. Но установка минимум и сыграть достойно и занести что-нибудь. И вот, пожалуйста, первый тайм очень достойно, несмотря на провалы в обороне. И занесли. Занесли, молодцы. И вот сейчас у меня, я, конечно, не знаю, как, как формировался состав на матч с американцами, что там, какие причины были, может быть, и Янюшкин там, и другие игроки. Сейчас, смотрите. Да. Не были, может быть, в оптимальной там какой-то форме. Но вот мне казалось бы, чтобы Янюшкин в матче с Америкой, он, конечно, бы усилил игру. Не очень, я понимаю, почему... Фингал тут Прищепенко прилично исправил. Ну, с этим Фингалом, мне кажется, уже вещь. Я сколько вижу здесь, так вот он... Всегда справа? С этим... так получилось. Это еще где-то, мне кажется, на родине заработанный Фингал. Но такие вот неточные пасы, конечно, они выбивают тоже из колеи. А здесь что? Смотрите. Ох, интересно, да. Мы видели Бергамаско. Тамаза... Единственный из двух братьев, который вообще был на поле, уходит. Почему? Ситуация, а вот почему. Линия. Для схватки, да. Конечно, ушел сейчас. Это временная замена, значит. Ушел... Дапичи выходит, запасной хукер. Потому да. что не Париза же убирать. Да, то, что они без говорили. Крылевого сейчас будут ставить схватку. Нету правого, левого крылевого, который прикрывает вот ту дальнюю сторону от нас. У итальянцев обычно восьмого номера убирали. Но сейчас свое вбрасывание, и, естественно, восьмой номер понадобится, чтобы мяч-то девятому номеру там сохранить. Что значит? Вот я говорю, временная замена, да? Не по крови же? Нет, это временная замена первой Все-таки линии. Первая игрока, линия потому, на, в момент с Синбином, должен да, быть игрок да, подготовленный да. для игры в первой линии, скажем так, лицензированный. Потому что, абы кого-то поставить не имеет возможности. Эти игроки заявляются до начала Кубка мира. Именно скажем, как игроки первой линии. Они как первой линии, вы не можете поставить. И то, что мы говорили, в некоторых чемпионатах, в том же французском, например, уже официально 23 есть человек, то есть еще один, то есть три уже человека первой линии. В Кубке мира этого нет пока. И 22 по-прежнему держать его, Маклина. Ну, ребят, ну вдвоем, втроем же с двух сторон набегали. Ну, прыгните в бок его, сбейте, а! Эдуардо Бори из Бенетона Тревиза заносит свою попытку. И она становится для Италии уже шестой по ходу этого матча. Ну, одна техническая... Расслабились в том плане, что... Вот объясни, вот, Дмитрий, я просто, может быть, да? Смотрите. Все его видят. С одной стороны два человека, еще один с другой. Они к нему подбегают и начинают параллельно с ним бежать. Он с мячом, на него можно прыгать, его можно... Ну, тут что? Ну, ошибка, да. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь захватка... Вот. Раз захватили, а здесь... Вот смотрите. Ну, уже не доставали. Вот. Вот они добежали до него с двух сторон и остановились. Почему не прыгнули? Не знаю, не могу сказать. Да, опрашивалось, конечно... Не надо стесняться-то. Со стороны Остроушка напрашивалось... Может, он и хороший захват. Парень, но... Ну и в упор Бакин опять не промахивается. В итоге уже 8 очков, то есть из 6 попыток 4 он смог реализовать. 38-7. Ну ладно, это ничего страшного. Главное самим продолжать в том же духе. Надо играть. Открытая уже, игра, да, уже, и отлично. Знаете, и нам это на пользу. Счет, абсолютно счет не важен. Нужно просто играть, надо еще одну попытку пристроить. Ну, не знаю, надо играть уже, знаете, как, в свое удовольствие. Уже невзирая там на результат. Мы, абсолютно. Мы играем. Играйте для себя, играйте да. для зрителей. Показывайте, что что-то можете. Мы видели, может Янюшкин один решить мою игру. Давай, Саша, дальше. Может еще кто-то. Давай дальше. Ну, здесь вот начальный удар. Будет схватка в центре поля. Мяч по воздуху. Покинул, не коснувшись поля мяч. Ну, Рачков сильно слишком ударил. Mm-hmm. Поэтому надо ребятам выкинуть из головы все вот это вот возможные какие-то там опасения и просто играть свою игру. Играйте, покажите, что умеете. А вы умеете. В центре поля схватка с мячом. Вот Гори. Горе наше. Итальянский Гори. И вот... Парис. Подъем Париза, ну тоже неточный пас. Тем не менее, мяч сохраняют но через центр. Вдвоем одного берут захват. Тамаза Бенвеноти. По одному разбираться. Парис. Парис уже за девятку играет фактически. Больше заметен, чем Гори на этой позиции. Ну, не забываем, что все-таки играют в 14 человек сейчас итальянцы. Вот поэтому понятно, что удар ногой. Артемьев, молодец. Ну что, попытается сам. Mm. Есть и скорость, у него и финт. Не проходит. Встретил Танилати его. Визави. Причем оба как бы формально должны играть на правом фланге, но Танилати оказался на левом, несвойственным для себя. Кушнарев увидел там свободное место, выбил туда мяч. Ну, здесь, естественно, возврат в исполнении Мази. И из 22-х, вот, пожалуйста. Ну, коридор наш. Наш коридор и, в общем-то,
так сказать, и от себя со своей половины поля ушли и где-то к центру сюда поближе подобрались. Надо выигрывать коридоры, только вот в чем проблема. Да, у нас сейчас... сегодня чуть лучше. У нас 3 выиграно, 1 проигран. У итальянцев 5-0, соответственно, статистика. По схваткам они 7 раз вводили его и все выиграли, а мы 3, но тоже в схватке пока все стоим. Ну, Владиславу надо, да, вот здесь все руки протереть, мяч, чтобы не скользкий был. Тем временем последние секунды, то есть как только вот после этого мяч становится мертвым. Ну вот, команда уходит на перерыв. Можем же и выиграть, Берс выиграл. Здорово. Кушнарев разгоняет, Кузин, здорово, Кузин. Здорово. Давайте, давайте, вот так нужно играть. Янюшкин. Кушнарев. Ох, на ход в крест. Берса. Берс сохраняет мяч. Янюшкин в короткую сторону. Хорош подъем. Грачев прорвался. Теперь налево. Разворачиваем схватку. И через Гарбузова. Нарушение. Ну все, перерыв. Перерыв. 38-7. Ну что ж, друзья, давайте вкратце напомним. У нас Джулио Таньялати пока лидер по очкам. Он 2 целых попытки занес. Серджио Парис первую. Эдуардо Гори последнюю. Будем надеяться, что она вообще будет стать последней для Италии в этом матче. Еще Томмазо Бенвенути. Плюс одна техническая. Все реализации Билбакина. Дважды промахнулся. 4-жды был точен. Соответственно, 8 очков у него. И что касается россиян, то у нас есть наша первая попытка на Кубке мира. Александр Янюшкин, выйдя на замену, заменив Александра Шакирова достаточно рано на позиции диспетчера схватки, в великолепном стиле, красиво, финтом, обманув защиту итальянцев, занес первую российскую попытку на Кубке мира, и Константин Рачков ее реализовал. Так что, да, мы уступаем более 30 очков. С одной стороны, это провалы, это все те же 60, если умножить на 2 тайма. Но, с другой стороны, мы занесли свою попытку, мы играли красиво, у нас было несколько красивых атакующих фаз, поэтому будем надеяться, что во втором тайме будет то же самое, но плюс еще некоторая дисциплинированность, и, соответственно, счет начнет даже выправляться в нашу пользу.